Выход на новый уровень. Воспитанник клуба смешных единоборств «Спарта» Эльмар Гасанов подписал контракт с одной из ведущих в мире организаций профессионального ММА. Отметим, это первый бийский боец, который сумел пробиться так далеко. Пообщаться с самим спортсменом нам не удалось. Сейчас он находится на сборах. Об успехе нам рассказал тренер Эльмара Дмитрий Касьянов. Нам этот контракт давно предлагали, еще год назад. Ну, как бы и тогда я был против этого контракта, потому что, ну, не совсем считал, что готов спортсмен на такой уровень. А сейчас, как бы, мы пришли к тому, что надо пробовать уже он на таком этапе, когда нужно переходить. То есть, так скажем, на своем уровне сейчас трудно подобрать ему бойцов. То есть мало кто соглашается уже. Вот, соглашаются это топовые бойцы уже. То есть на него сейчас очень трудно. Мы, вот, у нас большой простой, да, был. Потому что, ну все, уже он себя зарекомендовал. Уже все труднее и труднее находить бойцов. Для бийского спорта это прорыв. ACA – российский промоушен ММА, образованный в 2018 году в результате слияния двух лиг. Главная задача – создать в нашей стране реального конкурента для всемирно известных промоушенов, таких как UFC и Bellator. Контракт Эльмара Гасанова рассчитан на 27 месяцев. За это время спортсмен должен провести 6 боев. Как стало известно, первый поединок состоится уже в середине августа. Сейчас наш спортсмен активно готовит к покорению новых вершин. Он будет выступать в полутяжелом весе до 93 килограммов. Добавим, что Эльмар Гасанов родом из Грузии. С детства мечтал заниматься боевыми единоборствами. Однако такой возможности у него не было. В спортивном клубе «Спарта» начал тренироваться с 16 лет, когда переехал в Бийск и поступил в колледж. Сейчас Эльмару 23 года, и он начинает профессиональную спортивную карьеру.